Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, вы на канале MyGTRU. Мы сегодня добавляем 6 товарных позиций на наши маркетплейсы на Озон, на Яндекс.Маркет, на Wildberries. Это будет 3 свечи, 2 фильтрующих элемента, 1 тормозная жидкость. Давайте обо всем по порядку. Фильтрующий элемент VIC VSC C316. Ходовой фильтр для Mitsubishi MD35-60-00 у него артикул. Он подходит для всех двигателей, которые имеют префикс 4G. 4G и 6G, вернее, 4G64, 63, там, 69 и 6G72, который 3,5-4. А так 2 литра, 1,8, 2,4, такой ходовой фильтр, подходит еще для некоторых корейцев. А второй фильтрующий элемент, это картридж у нас, ставыш O119. Это тот же самый элемент абсолютно, что и O117, единственное, без приспособления для слива. Одинаковые 119, 117, это один и тот же фильтрующий элемент, одинаковый картридж по размерам, по всем остальным параметрам. Вот эта скручивающая штучка, которая для слива, она нафиг не нужна, поэтому если вам 117 нужно, можете покупать смело O119, он идет для 2 ZRFE, и либо наоборот, покупать вместо 119, 117 и так далее. Взаимозаменяемый, одинаковый фильтр абсолютно. А по свечам, свечи у нас добавлены будут 2 китайские Denso. Произведены в Китае, еще раз напомню, для всех особо одаренных, кто пишет у нас постоянно, почему свеча сделана в Китае. Свеча в Китае делается на заводе в Китае, который расположен в Китае. Это большой завод Денса, который не, он покруче даже, чем в Японии. Завод сам непосредственно, по рассказам людей, которые там бывали. Вот Денса нормально вложились туда. Вот они делают в Китае, это свечки. Две свечи. Свеча будет первая, это K20RO11, а вторая свеча будет W20EPRU11. Соответственно, 31-39 и 30-49 по артикулам, по коротким. Все параметры по свечам, там калийные числа, из чего сделан электрод, размеры, зев ключа гаечного, там, момент затяжки. Все это мы прописываем в описании к видео. В описании, вернее, на маркетах, поэтому очень важный момент, там момент затяжки и так далее. Хотя на это никто не смотрит. А вот, и добавим последние позиции. Это будет у нас Mobile Brake Fluid DOT 4, сделанный в Европе. Это не Турция, это европейский продукт DOT 4. Ну, тут понятно все ежу, что мобиловские продукты, они эталонные образцы. Знаете, как это эталонный литр, эталонный килограмм есть. Вот также у Мобил эталонный образец тормозной жидкости. Пол-литрушка, к сожалению, литровые канистры у нас, они пришли буквально в пятницу. И ушли. Сразу у нас пришло что-то 8 коробок, что ли, литровых. И все, и они за там 3 часа примерно мы их продали. В общем, все эти позиции будут добавлены. Единственное, что Mobil будет добавлен у нас только на Wildberries и только на Яндекс.Маркет. Мы не будем добавлять Mobil, к сожалению, к огромному, на Озон, потому что да, очень тупейшая ситуация. Там они с брендом. Типа там разрешения на бренда нет, хотя все ушли давно уже, все параллелит, всем пофигу вообще там. Ну, короче, добавим только на Wildberries и на Яндекс.Маркет. Все. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGTRU. Подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики. Все ссылки на все наши маркеты я, наверное, сделаю сейчас специальные ссылочки на эти новые продукты, для всяких случаев, мало ли что. Ну, и вообще на все маркеты есть всегда в описании каждого видео. Всем пока.